ребята, всем привет. Спасибо, что зашли на мой канал. Сегодня я приехал в автосалон Volkswagen. Я ищу машину. Вот, и хотел бы сразу вам показать, какие цены на Volkswagen. Вот. Вот как мы видим, да, вот это вот автохаус. Вот, пошли, смотрим. Volkswagen Tiguan. Volkswagen Tiguan. Так, получается 14499. Так, 2014 года. Такой вот он. В белом цвете. Вот. Короче, за 14, я думаю, они его отдадут. Такой вот Тигуанчик 2014 года. Дальше. Так, смотрим, здесь тоже Тигуан стоит. Уже в черном цвете, да? Получается, да. Volkswagen Tiguan Trend. Так, 2014 год. Что у него здесь? Так, так, так. У него километр. Так, 87 000. 122 PS. Так, бензиновый. 12900. 2014 года. Вот такой вот. Volkswagen. В черном цвете. Это вид сзади. Ну вот, ребят, 2014 год. Короче. 12900. Ну, я думаю, они еще поторгуются. Так, смотрим. Здесь уже у нас идет Volkswagen Touran. Комфорт линия. Так. 2017 года. Пробег у него 34000. У него материал, салон. Так, это дизель. Вот, 20 штук. 20 490. Так он выглядит. Это как семейная машина. Кстати, неплохая семейная машина. Сказал бы. Машине всего лишь, получается, 2 года. Ну, почти 3, будем так говорить. Вот. Вот такой Touranчик. Так он выглядит, вид сзади у него. Вот еще один, сразу вот, как два брата-близнеца. Вот. Идет у него уже. Здесь получается аквариум, стекла не тонированные. Так он выглядит в салоне, внутри. Вот. Этот же, смотрим, у него уже тонировочка. Ну, посмотрим, сколько он стоит. Ну, этот, конечно, Touran подороже, ребята, подороже. Он стоит 27 590. Но у него и год 2018. Так, это бензинка. Тот у нас, получается, был дизель, да? Так, здесь что у нас? Тоже материал черный. Всего лишь 25 километров на нем. Ну, ребят, 150 PS, но он новый. Новая машина, короче. 25 всего лишь. Но она реально новая. Если здесь мы видим на 7 тысяч дешевле, 34 тысячи у него пробег. Ну, это получается дизель. Это бензин. Вот. Такие у него вот диски. Что у него в салоне? Посмотрим. Так, салон у него, ребят, тоже, ну, они одинаковые, я бы сказал. Так он выглядит. У него салон. Ручник уже электрический. Ну, уже, конечно, машина новая. Что говорить об этом? Ну, пойдем дальше.
Так, здесь тоже Тауран. Это уже вот в таком цвете. Вот цвет, да, конечно, вот белый он стандартный цвет. Конечно, с одной стороны хорошо, кому-то нравится. Ну, за цвета тоже бывает, и цена у него совсем другая. Вот этот, точно такой же, наверное, комплектация, я думаю. Даже он подороже. Ага, здесь получается он семиместный, Volkswagen Touran. Так, он 2017 года. 22 800 у него пробега, 150 ПСов. Это дизель, ребят. Ну вот видите, дизель он всегда дороже. Вот это дизель, 7 мест. Вот. Но он, получается, они все 7 местные, я так думаю. И там, и там. Вот так он смотрится спереди, в таком вот цвете. Вот сбоку. Ну, цвет такой какой-то интересный, какой-то какао, какой-то вот непонятный. Ну, кстати, смотрится тоже прикольно. Вообще вот эти вот семейные машинки вообще классные. Вот я говорю, я тоже вот ищу себе такую какую-нибудь или внедорожник, или вот семейную машину. Вот я не знаю, я еще не определился, но вот мне вот как бы вот Toyota охота. И если была бы еще, конечно, бы гибрид на электричестве, и вообще бы ей цены бы не было. Вот, ну там цены, конечно, очень большие. Так, смотрим, вот Volkswagen стоит. Вот таком вот универсал. Сейчас посмотрим. Так, Volkswagen, Passat. Вариант. Так, комфорт линия. 2015 года. Так, у него уже 190 ПСов. Дизель. Шестиступенчатый автомат. 23 тысячи. Вот, ребята, видим 23 тысячи. И вот у него вот какая-то вот четвертый мотион. Так он выглядит. Знаешь, тоже Volkswagen Passat классно выглядит. Симпатичный. Вот. Смотрим, это Volkswagen Golf Sport Swan. Правильно, если назвать его Sport Swan. Комфорт линия у него. Вот. Такой же вот цвет, как был Тауран. Он стоит, гольфик этот, 15 тысяч 490. Так, 2014 года он, пробег у него 51 тысяча, 110 ПСов, шестиступенчатая коробка, не автомат, а простая. Вот, ребят, вот такой вот гольфик. Ну, это уже как бы тоже типа небольшой семейной машинки. Так вот он выглядит внутри. Ну, естественно, не сравнить с Таураном. Ну, тоже прикольно. Так. Вот еще один Volkswagen. Сейчас посмотрим, какая-то модель. Это тоже Volkswagen Golf, получается, 6 плюс. Стоит он 9999. 2011 года он, 69 тысяч у него пробега. Ну вот как бы так. Бензинка шестиступенчатая у него. Вот так он выглядит спереди. Так, смотрим. Вот в черном виде. Тоже Volkswagen Golf. Но это уже седьмая модель. Уже новее.
Давайте посмотрим. Так, стоит он всего лишь 12 тысяч. У него навигацион, климат, зицхайцунг, это сиденье с подогревом 2013 года. 105 у него всего лишь ПСов. Ну, я так думаю, что это лошадиные силы. Так, потом это бензинка, шестиступенчатая коробочка. Вот. Такой вот Volkswagen Golf. Это седьмая модель. Ну. Так, ребята. Мы подошли еще к одной площадочке. Как видим, да, вот этот Volkswagen T-Cross. Вот. Это он в таком вот цвете. До этого мы смотрели белые. Это вот он какой-то вот серый. Так он выглядит. Ну и здесь мы можем посмотреть, конечно, на него цены. Так, давайте посмотрим, как он выглядит спереди. Ну, спереди тоже прикольно. Ну, такой вот небольшой маленький внедорожник. Тигуанчик, да, вот такой вот. Кстати, вот я бы сказал, даже прикольно смотрится. Так, ну стоит он. Сейчас я вам скажу. Volkswagen T-Cross. Стиль. Так, навигацион. LED. Аж там темпомат у него. Так, 2019 года. В августе. Так. У него всего лишь 200 километров намотано. Так, 116 ПСов он. Бензинка. 7-ступенчатый автомат, ребят. 25 890. Но я думаю, что, естественно, я уже как бы... У меня уже небольшой опыт есть. Я считаю, что всегда надо торговаться, в каком вы ни были бы салоне. Если вам машина понравилась, если вы будете... хорошо торговаться, вам всегда уступят. Так, вот так он выглядит в салоне. Ну, у них идентичные все вот салоны у Volkswagen. Вот. Ну, вот так вот. Такой вот салончик у него. Что-то половина ставки кожи. Материал. Ну, вот. Вот такой вот он. Небольшой тигуанчик. Т-кросс называется. Интересненький. Так, что здесь у нас? Здесь у нас машина. Но что-то цены на ней нету. Цвет металлик. Вот это тауранчик, наверное. Что-то он без цены. Так, смотрим. Вот Volkswagen стоят. Два Volkswagen. Купе двухдверные. Даже кабриолет делается. Крыша у него складывается. Есть в белом, есть в черном. Цена у такой машинки. Так, составляет 16 999. Volkswagen Golf. Шестой кабриолет. 2013 года, ребят. Всего лишь 38 тысяч у него на спидометре намотано. GTI. Вот так он выглядит. Смотрим. Такой вот он. Красавчик. Вот. Это в белом. Стоит эта машина 18 690. Так. Ксенон. Навигация. Кожа. Ну, он же кожаный. Салон у него 2014 года, 69 тысяч у него на спидометре, ну, на километраж. Вот, 211 ПСов, это бензинка, шестиступенчатая коробочка. Так, вот, смотрим, вот такой вот жучок, Volkswagen Жук. Вот такой вот жучок. Он стоит почти 18 тысяч. 17 999. Так. Volkswagen Bentley. Кабриолет. Вот. 47 тысяч.
километр штант у него. Так, 105 ПСов, бензинка шестиступенчатая, 2015 года, ребят. Вот такой вот Volkswagen. У него, кстати, цвет такой, знаете, какой-то вот перламутровый, белый такой, знаете, с какой-то блестящей крошкой. Такой интересный, я бы сказал бы. Volkswagen. Вот. Вот такой вот Volkswagen. Так, смотрим. GTI. Вот Volkswagen. Цены на нем нету. Вот стоит еще один Volkswagen Golf. Седьмой. Так, 2016 год. 55 тысяч километров. Шестиступенчатая коробка. 22 490. Вот, ребят, вот такой вот Volkswagen. Вот они вот. Смотрите, вроде бы одинаковые, да? Вот смотрите, на этот раз и вот на этот. А цена разная. Этот уже Volkswagen тоже седьмой. 2014 года. 71 500 у него километр штант. Так, и получается он бензинка шестиступенчатая. Так, 15 790. 15 790, ребят. Вот. Вот такой вот Volkswagen. Так, ну и я так думаю, что это последняя машинка. Здесь не сильно большой такой вот, как бы, автосалон. Так, это тоже Volkswagen Beetle, спортивный, TSI, навигация, кожа, рожа, короче, на нем 2013 года, 60 тысяч на нем километр штант. Так, бензинка, шестиступенчатая коробка. Ребята, стоит 14 390, в черном цвете. Вот. Ну, вот это вот жене купить, чтоб на работу ездила нормально. Итак, ребята, ничего я подходящего не нашел, блин, для себя. Хотя, блин, как сказать, одна машина мне понравилась. Это, конечно же, вот эта вот машина. Это Volkswagen Touran. Действительно классная семейная машина. Вот, ну как-то вот сердце мне не лежит вот тут, не лежит вот, не знаю почему. Хочу еще поискать машинки, съездить еще несколько автосалонов. Был я уже до этого, как вы знаете, в Тойоте. Блин, Тойота мне нравится очень. RAV4. Вот, еще тем более и гибрид. Так что вот не знаю, как бы, классная машина. Все вот, вообще в идеале мне нравится. Некоторые хотя говорят, что RAV4 это женская машина. Вот, на ней ездят только девушки. Ребята, могу вас огорчить. Модель 2019 года RAV4, она нифига не женская. Тачка, это хороший мужской внедорожник, ребят, реально говорю, классная машина. Я сам на ней пробы фар делал, проехался, посидел вместе с семьей, также и нашей семье она очень понравилась. Ну, я хотел бы еще походить, больше какие-нибудь еще мне варианты приглянуться. Вот, как бы, вот тоже вот неплохая машина, вот я говорю, вот этот Touran, вот, тоже мне нравится. Вот, ну, хочу еще съездить в другие автосалоны. Говорят, еще неплохая машина есть у Kia. Вот, хочу посмотреть машину Kia, потому что они, говорят, начали очень хорошо и качественно делать автомобили. У них есть также внедорожники классные и много хороших машин. Ну, съездим, я обязательно эти видосы буду записывать и скидывать на свой канал. Так что, ребята, смотрите меня, не забывайте ставить лайки, не забываем подписываться на мой канал и, конечно, ставьте
на колокольчике оповещения, чтобы вам приходили мои новые видео. Все, всем, ребята, пока!